Организаторы рассчитывают, что на фестивале будет не менее 15 тысяч гостей. На звездные концерты билеты уже раскуплены. Город уже вовсю принимает туристов. И вот как к такому вниманию относятся клинчане. Это лицо города Клина, Чайковский. Знают его многие, и Клин знают в связи с Чайковским. Мы лично ежегодно посещаем этот фестиваль, и в этом году планируем быть на нескольких представлениях. Очень хорошая идея, поддерживаем. Единственное, лишь с погоды повезло. Я думаю, что этот фестиваль действительно может прославить наш город Клин, потому что очень у нас хороший музей, и там выступают очень хорошие артисты. Вот, и там очень красиво. Очень приятно кого-то увидеть, гостей, и самим поприсутствовать лишний раз приятно, поэтому очень хорошо. Билеты у нас есть, пойдем. Фестиваль может дать больше жителей, потому что, посетив этот фестиваль, они могут увидеть весь этот город, всю его красоту и, наоборот, недостатки. Во-первых, хоть какое-то развлечение для нашего возраста и молодежи, и потом, познавательно так-то. Мы посещаем ежегодно. Я думаю, он принесет еще больше зрителей для нашего города, посетителей, и он будет все больше и процветать.